что, настало время отправиться в тюрьму, которая находится посреди залива Сан-Франциско. И называется она Алькатрас. А взяли тур туда, сейчас это музей. Ну, а мы посмотрим эту самую тюрьму, где сидел самый известный чикагский мафиози Альфонсо Иванович Капоне. Или Капоне. Вот. Вперед! Ё-моё! Медленно и уверенно приближаемся к острову, вот тому, который называется Алькатрас, бывший фортификационный форт, потом стал когда-то обычной тюрьмой, а потом стал тюрьмой для особо опасных преступников. Сегодня замечательная погода, ветерок, солнечно, облака, и мы плывем. Все хотят посмотреть на тюрьму Алькатрас. А, толпение, да, сегодня понедельник. Тур начинается с того, что мы поднимаемся с причала и двигаемся вдоль вот этой вот, не знаю, это улочка называется или что. Там потом еще можно подняться наверх, самому маяку посмотреть. В общем, остров довольно-таки большой. Много чаек и альбатросов летает над головой, а запах помета и перьев, ну, не знаю, главное, чтобы на голову не наделали,
Короче, за моей спиной вот такое производственное помещение, где персонал тюрьмы. Здесь, ну, тут много чего производилось, отгружалось, оборудование различное собиралось для, в том числе, электрическое, двигатели и прочее. Вот сейчас это все закрыто и, соответственно, доступ к данным. А это электрическая станция. Вот. Ну, надо же было тоже, здесь же электроэнергия была, свет, тепло. В общем, все, что тут осталось, это вот эти котлы. Судя по всему, работало на угле это все дело. Ржавая, старая, попасть туда нет никакой возможности. Вообще доступы в здание закрыты, везде стоит пометка, что все уже такое довольно ветхое. Ну, не знаю, правда или неправда, но опять же, все будут шастать по углам там. В общем, вот так вот. Еще за моей спиной, вот если я покажу сейчас, вот это водонапорные башни, либо резервуар для хранения воды, потому что пресная вода тоже здесь проблема была. Надо было все привозить с материка. Да. Здесь очень много надписей о том, что нужно соблюдать права индейцев и прочее. Там индейцы всегда рады индейцам. Дело в том, что тут очень много в свое время посидело ребят краснокожих. Не хотели они тут работать на благо белых, и их тут по полной программе садили. Да, и 2 года, где-то в 60-х, в середине 60-х прошлого века, они захватили, короче, тюрьму эту, в общем, и остров, удерживали его в течение 2 лет. Да, судьба у них тоже незавидная была. Ну и вот он, наконец, основной блок тюремный, или так называемый cell house, собственно говоря, где сиживали весьма уважаемые авторитетные ребята в криминальной среде США. Посмотрим, зайдем, что там, как. Ну, они тут уже из него сделали книжный магазин. Классно, да? Братан, здорово! Чё? Чё делаем? Чё вообще? Как тут вообще? Нормально все? Собака улетел. Собственно, вот этот самый лайтхаус, маяк, самый старый на западном побережье США, Северной Америки, наверное. Ну, как гласит табличка, с 1909 года здесь работал, но сейчас, судя по всему, уже все. Он свое отработал. Шикарная панорама открывается вот отсюда на Сан-Франциско. Вот. Вот они, собаки, со станции летают, а? Да, вот посмотрите. Просто, я не знаю. Конечно, Сан-Франциско очень по-своему красив, хорош. Хотя и дорогой. Очень много побочных зданий разрушено. Вот, например, с этой стороны острова, который виден в сторону Сан-Франциско. Вот, много разрушенных уже помещений, развалины, уже из них ничего практически не осталось. Оккупировали их чайки, бакланы всякие. Вот, сколько. Соответственно, доступ по многим местам закрыт в целях безопасности.
можно обойти вокруг, насколько это позволяют дорожки, но самые такие интересные места, к сожалению, как я уже сказал, закрыты. Интереснее. Собственно говоря, то, что часто приходилось видеть в фильмах про тюрьму, особенно побег из Шоушенка по Стивену Кингу. Вот отсюда братву в наручниках выводили вот по этой площадке. И, значит, они шли вот сюда. Это тот самый прогулочный дворик, где они тут сидели, разминали свои ноги. Не знаю, может быть, играли в баскетбол. Ребята были очень опасные, поэтому следили за ними оба вот здесь, на этих ступеньках. Стояли полицейские, стояли, ну или как они там называются, надзиратели, да, и смотрели за ними. Ну, собственно, вот этот дворик, он небольшой. Ну, а это я уже внутри этих самых, этого самого тюремного блока. Различное количество помещений. Тут вот приспособили тот самый пулемет, автомат Томпсона. Помним, да, его по гангстерским фильмам, где они там пуляли с него. Так, что тут у нас? Комната, я так понимаю, где принимали вновь прибывших ребят. Клетки. Здесь, в общем, визиты были, родственники приходили. Вот здесь окошки. Опять же, не везде можно ходить. А нет, здесь просто тур направляют. Вот такие вот маленькие клетушки, комнатушки для сидельцев. Отойду, чтобы было видно. Собственно, здесь даже, я не знаю, разве что топчан мог какой-то поместиться. И, не знаю, стул какой-то, табуретка. Да, ну что, в принципе, нормально. Ребята большей частью сидели. Собственно, как я и думал. Все, что здесь могло в этих клетушках поместиться, это вот такой нары, вот эти вот, откидной столик, стул, умывальник, две полочки. Да, вот так вот ребята проводили свои годы тюремной жизни.